Всем привет, с вами снова Амир. Хотел всем сообщить, что теперь у меня есть уже улучшенный собственный сайт, где вы можете найти более подробную информацию обо мне и более подробную информацию о всевозможных вариантах личного консультирования, личных занятий или групповых занятий. Пройдите по ссылке ниже, новый сайт, я надеюсь, он вам понравится, и там же собраны видео, которые я загружал по языкам, amirrudabayev.com. Хотелось бы начать с хорошей новости. Нас больше, чем 26 тысяч. Поэтому хочу отдельно поблагодарить всех тех, кто подписался на мой канал. Очень приятно. Действительно, не сразу удалось набрать такое количество подписчиков. За него это примерно у меня 3 года. 3 года и примерно 5-6 плейлистов по разным языкам. По ходу загрузки всех этих видео менялось оформление. И также немножечко менялся и стиль подачи самих занятий. Я получал очень часто комментарии, в которых мне писали, что приятный тембр голоса, приятно слушать. Поэтому хотел отдельно поблагодарить за очень такие приятные слова. Но в то же время, в последнее время, я также получаю комментарии, что особенно на начальных уроках, в первом уроке итальянского и в первых уроках немецкого языка, если я не ошибаюсь, еще со старым оформлением, у меня в моей речи было такое слово-паразит, да, и поэтому сейчас я загружаю улучшенные версии всех уроков. Где-то в другом видео я показывал, с чего все начиналось, там был такой у меня, значит, разваливающийся микрофон, получается, для скайпа, и в старых видео также слышен шум. Но теперь у меня уже такой более новый профессиональный микрофон. Сейчас я его покажу. Вот такой микрофон я теперь использую благодаря вашим просмотрам и благодаря тому, что YouTube платит за рекламу. Если вы будете продолжать ставить лайки и в идеале еще делиться этими видео в соцсетях, то в дальнейшем качество видео будет улучшаться и количество видео, которые я загружаю в неделю, будет тоже расти.